Весна нам дарит много красоты, но для того, чтобы насладиться настоящей женской красотой, стоит посетить традиционный для клуба Миста конкурс Miss Luxury. Собственно, друзья мои, программа Party Time, как всегда, сегодня следит за самыми яркими событиями в нашем городе и, конечно, наслаждается женской красотой на конкурсе Miss Luxury в клубе Миста. К нам всегда на конкурс приходит очень много девочек. Конечно, мы хотим взять абсолютно всех, поучаствовать, все очень красивые. Но, так как сцена не особо большая, сегодня у нас было 18 участниц. Все девочки были очень красивые, молодцы. И сегодня у нас очень было много партнеров, которые поддержат нас уже не первый конкурс. Это торговая марка, компания Hadesay, они всегда дарят девочкам очень стильные, классные сумки с нашим логотипом. И Анжелика Берко подарила девочкам очень красивые ободки, а также предоставила ободки на выходы. Весь зал заметил, какой подарок сегодня получила победительница. Это был как минимум большой подарок. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о нем, что это была за компания и кому она вручала сегодня подарок. Подарок вручила компания «Плав», это компания бескаркасной мебели. Она вручила победительнице конкурса «Miss Luxury» большое, мягкое, красивое кресло. Luxury очень крутое название, на самом деле, многогранное. Что для вас Miss Luxury? Miss Luxury — это для меня показать себя. Не только внешность, но и как ты можешь себя показать, какой ты есть. Я считаю, что в женщине самое главное не только быть красивой или симпатичной. Женщина должна уметь перевоплощаться, и Luxury — это самое идеальное название для лучшей женщины, шикарное. Она должна уметь все. Miss Luxury — это такой конкурс для девушек, и они все показывают о том, что они все достойны девушки. Что ты сделаешь сегодня для того, чтобы выиграть? Я сделаю, конечно, все возможное. Я постараюсь показать себя, но при этом не хочу мешать девочкам. Я считаю, что должна победить достойная, действительно лучшая. Я представляю свою новую коллекцию Ядан Дизайн. Я старалась, работала, и меня очень вдохновляют мои клиенты. Конечно, спасибо большое поддержке этому конкурсу, который меня приглашает. Сегодня я представляю свои купальники, дуже сексуальные, как то кажут. Ты уже знакома давно с конкурсом Miss Luxury и представляешь, как ты сегодня будешь оценивать девушек, которые будут участвовать в конкурсе Miss Luxury. На самом деле я, наверное, как никто знаю о конкурсе Miss Luxury, поскольку я сама участвовала дважды. И сегодня я выступаю в качестве партнера. Вот для меня это, конечно, такой интересный опыт, скажем так. И я знаю, что это такое волнение, вот когда девочки готовятся, вот что как пройдет. Честно говоря, оценивать очень сложно. И выбрать, кто красивее, кто не красивее, ну нельзя, потому что каждая девочка по-своему яркая, по-своему какая-то интересная. В любом случае, нам хочется узнать немножечко все-таки и о вашем бренде, о вашем сайте. Это онлайн-кондитерская. Основала ее я. Сейчас у меня работает еще несколько человек. То есть, наша такая сплотилась, как бы команда, можно сказать. Для вас Miss Luxury — это кто? Каждая девчонка, которая пришла сюда, это такая маленькая искорка. Наверное, самое главное для победительницы — умение правильно зажечь и правильно подать себя. Они верят в себя и верят в красоту и то, что они делают, поэтому у каждой из них есть шанс. Как у вас
вас сегодня впечатление от девушек, от наших красавиц? Сегодня их много. Девчонки все были на высоте, все яркие, все разные. Это по каким критериям вы их оцениваете? Искренность, честность в первую очередь на сцене. Это видно. Блеск в глазах. Я уверена, что вы сегодня будете дарить подарки. Конечно. Что это будет? Это будет подарок от нашего магазина и сертификат. Кому они достанут? Секрет. То есть вы будете выбирать девушек, правда? Да. Сегодня 18, это очень много, и членам жюри сегодня крайне сложно выбирать, но в любом случае нужно сегодня выделиться, правильно, каким-то образом? Каким? Ну, я думаю, это будет образ наш в Лосинах, это образ свэг, это будет дерзкий образ, и мы будем яркими, дерзкими девушками. Организаторы сделали так, чтобы мы во всех трех образах были разные. В первом мы переносим всех в детство и в Дисней, во втором мы такие рокерши, свэгерши, а в третьем мы нежные девушки в купальниках, и четвертый это женщины. Вам, чтобы зрители, жюри, да и мы сами почувствовали себя в четырех разных образах и посмотрели, как мы можем перевоплощаться. Девушки, ну в любом случае, как на любом конкурсе красоты, на мировом, наверное, победительницы должны поблагодарить кого-то и выразить какие-то правильные, теплые слова. Или что-то в этом духе. Кому сегодня хочется сказать спасибо? Хочется сказать большое спасибо моей семье, которая меня сегодня поддержала. И, наверное, уже второй нашей семье за последние две недели. Это нашим организаторам, которые с нами, как мамы, были каждую репетицию. Тоже хотела сказать насчет организаторов. Реально очень большое спасибо, они все очень четко сделали. Ну и, конечно же, хочу сказать спасибо моим друзьям. Они сегодня пришли поддерживать меня, самые близкие. Мне было очень приятно чувствовать их поддержку. Спасибо своим друзьям, знакомым, близким тоже, которые меня сегодня пришли, поддержали. Это было очень важно для меня. Ну и, конечно же, организаторам, хореографам, спонсорам, которые устроили нам такой праздник. Я хочу, конечно же, в первую очередь поддержать своих родных, близких, свою самую любимую, самую лучшую семью, которая сегодня приехала меня поддержать. И, конечно же, организаторов хотелось бы поблагодарить за такой хороший конкурс. В этом году у нас конкурс будет еще в мае, 27 мая. На кастинг мы девочек приглашаем 27 апреля. Всех будем рады видеть. Какие критерии выставляют организаторы для того, чтобы девушки могли понять, что, возможно, им может улыбнуться удача? Девушка должна быть харизматична, уверена в себе, независимо от ее параметров. В нашем конкурсе могут позволить себе участие любая девушка, если она уверена в себе. Ведь даже у нас публика мужчины, и у каждого мужчины свой вкус. Кому-то нравятся высокие, кому-то низенькие, кому-то блондинки, брюнетки, пышечки, не пышечки. Поэтому у нас девочки все участвуют, все красивые. Каждая девочка показывает свою красоту. И следите за нашими новостями в нашей официальной группе ВКонтакте.